Нурхаят Ханым, вы не могли бы позвонить Зафер Бею и сказать, что мы скоро подъедем? Конечно, я позвоню. Вы вернетесь в офис после совещания? Не знаю. Мы не вернемся, так ведь? Как вы скажете. Анур, пожелай терпения. Нас ждет долгая беседа с Зафером. Удачи вам. Пойдем? Всего доброго. И вам. Моя машина в гараже. Спустимся на лифте. Мы спустимся на лифте? А что? Ты боишься лифтов, Шахризад? Нет. Такой огромный лифт, чтобы в гараж спуститься. Мы все взяли? Угу. Застрял. Аллах, Аллах. Что же с ним не так? Почему мы остановились? Не знаю. Ну же. Мы оказались с тобой в ловушке. Ты не волнуйся. Сейчас нас выручат. А если Керембей вернется? Не вернется. Нужно ответить на этот имейл, Нурхаят Ханым. Угу. Что ты здесь делаешь? Керембей мне сказал, что он сам машину поведет. Вот как? Нам их предложения не интересны. Поблагодарите. Хорошо. Тоже не работает. Этот лифт так редко используется. Не бойся. Сейчас выберемся. Да я и не боюсь. Связи нет. Здесь же подвал, наверное, поэтому. Что же мы будем делать? Сообщим кому-нибудь, ты не волнуйся. Мы так и на совещание опоздаем. Забудь, речи нет о совещании. Ахмед! 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 Есть там кто-нибудь? В это поверить невозможно. Верно. Техслужбы, считаю, уволена. Я с них три шкуры сделал за такое. Придется провести вечер здесь. Я пошутил, дорогая. Прошу, Керембей, не надо таких шуток. Пусть Камиль подаст машину. Конечно, сейчас же. Друзья-архитекторы засмеют. Скажут, эти умники из холдинга собственный лифт не могут заставить работать. И то правда. Ладно, увидимся еще. До встречи. До встречи. Я в усуста! Мустафа! Мустафа! Керембей? Камиль? Керембей! Вы в лифте застряли, что ли? Угадал. Немедленно сообщите их службе, пусть нас скорее вытащат. И пусть готовят заявление об уходе. Так и передам. Хорошо, бегу. Вот.
Нас быстро услышали. Хорошо. Керембей и Шахерезад Ханым только что застряли в лифте. Повторите. Ваш Кемиль их услышал. Он побежал сообщить техслужбе, чтобы их вытащили.